Всем привет, друзья! Это мое первое видео по RR4. Я и раньше в нее играл, но видеоролики не снимал по нескольким причинам. Во-первых, не было особого повода, да и не особо-то я здесь еще разбираюсь. Ну и во-вторых, это то, что я не так часто посещал данную игру. Ну а сегодня днем нам добавили уже новогодние подарки, то есть мешки, которые можно выловить только на Комарином озере, на локации пристань, которая начинается приблизительно за вот теми лодками возле заборчика деревянного и заканчивается возле вот этих вот березок. Когда вы будете переходить на другую локацию, соответственно, вылезет всплывающее окошко на синем фоне в правом нижнем углу. Вылавливать можно эти новогодние подарки только на маховое удилище, причем только на одно. Вы можете ловить на 3, но при этом подарки будут попадаться исключительно на первые. Всего существует 17 подарков, из них вот вы можете поймать 5 синих, 3 зеленых, 2 красных, по одному полосатому. И еще один есть премиум мешок, который дает премиум аккаунт. И соответственно, уже получив эту премку, вы можете поймать и 2 последних премиум мешка. То есть вы можете пройти этот квест без вложений, ну или задонатить на премку, которая, кстати, сейчас продается со скидкой, и соответственно сразу вылавливать все мешки. Я сегодня на стриме уже отловил все подарки и в принципе получил первую на своем аккаунте новогоднюю медальку. Вот так вот она выглядит, довольно-таки красиво, я считаю. Если вам интересно, то, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы я видел, что есть какая-то активность, и, соответственно, если она будет, то я продолжу стримить эту игру, а также, возможно, даже записывать видеоролики. Ловил эти все подарки я на удилище как раз-таки с ярмарки новогодней, удилище из орешника. Ставил обычную леску, то есть тут вообще не важно, я думаю, обыкновенные маленькие крючки. Ловят и на средние, то есть, я думаю, работает абсолютно любая тактика. А вот насчет наживок, я думаю, это все работает так же, как и в RR3. То есть на все наживки будут клевать подарки, на которые клюет местная рыба на этом водоеме. Возможно, ошибаюсь, вы можете написать об этом в комментариях. Большую часть подарков я поймал на этом мостике, ну а оставшуюся ловил вот уже здесь. Выставлял всегда глубину более 1 метра, потому что ловил так в прошлом году. Да и в принципе, более-менее клюют хорошо караси. Ну и конечно, пойманы они были все на обычного червяка, без всяких выдумок. Также возможно что-то в этом году попадается тоже вот по типу, как это было раньше с утюгами или гирями. И если вы вдруг что-то подобное ловили, то напишите об этом в комментариях. На стриме вроде бы ничего такого замечено не было. Ну и думаю, уже можно переходить как раз таки к поимкам и открытию всех новогодних мешков. Еще раз спасибо за вашу активность в виде комментариев, лайков и подписок на мой канал. Всем приятного просмотра. Блин, что, неужели подарок тяну? Вахид, я походу подарок тяну. Подожди, не спойлери. Ничего не говори. Вахид, я тяну подарок, туда его последний тяну. О, на. Ура! Я его в итоге поймал там же, где и все остальные. Я его медленно буду тянуть, очень медленно. Давай. Чтобы вот все видели. Давай, открывай. Летить. Смотри какой. Потом со звездочками. Надо. Красивый, охеренный. Ура, 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 ура. О, подожди, я тебе сейчас плюсики напишу в чате. Ногами. Получена новая награда. Не вот не так не вот, блин. Туда его. Вот какой красивый нах. Туда его этот подарок. Наконец-таки. Все. Выловлены все. Давай, пройдены открытие. Все. Для просмотра вылова всех новогодних мешков вы сможете перейти по ссылке в описании на стрим, на котором я как раз их и поймал, и там уже будут в описании тайм-коды, перейдя по которым вы можете посмотреть, как все происходило в реальном времени, и в общем-то не искать все вручную. Back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.
just a face in a crowd. And now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.